уходили из Афгана. Мы, 9-я рота, выиграли свою войну. Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через 2 года исчезнет страна, за которую мы воевали, и станет немодно носить ордена несуществующей державы. Не знали, что прапорщик де Галла останется на сверхсрочную, и его вместе с учебкой перебросят в Россию куда-то под Тулу. А через год он умрет от инсульта прямо на бегу в ночном марш-броске. Не знали, что Белоснежка с матерью и другими русскими семьями останется в брошенном военном городке на границе с Афганом и исчезнет. А нас самих жестоко разбросает новая жизнь. Кого в князья, а кого об самое дно. Ничего этого мы не знали тогда. Мы даже не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли на этой дальней высотке. Мы уходили из Афгана. 9-я рота. Мы победили.